Эта смена в лагере «Зорька» началась 22 июня. Ничего не предвещало беды. Но буквально через неделю разразился первый скандал. В родительском чате появилась информация, что один из вожатых якобы делает непристойные предложения детям. За местную валюту, за ринки так называемые. Если вы засунете палку, я вам дам 1000 за ринок. Меня это очень возмутило, я сразу начал связываться со своими детьми. Но они сказали, что все нормально и вроде как это была шутка. Но родители шутку не оценили. После их жалоб началась служебная проверка. Парня уволили. Скажем так, поведение недостойное вожатого. Высказывание было только в отношении одного ребенка, то, что подтвердилось после разговора с психологами. А уже через пару дней после увольнения этот же молодой человек стал центром другого, более громкого скандала. Вспышка то ли туберкулеза, то ли пока непонятно. То есть вот этот вожатый, у него обнаружили это подозрение. Он, получается, был в 5-м отряде. Вроде как проверять должны 5-й отряд. Сегодня опасения подтвердились. Экс-вожатому, который проработал в детском лагере неделю, официально поставили диагноз туберкулез. Установлено, что больной не выделяет возбудители инфекции во внешнюю среду и вероятность заражения окружающих минимальная. Сегодня в лагере работают специалисты противотуберкулезного диспансера, который проводит осмотр и обследование детей. Данное обследование мы планируем завершить в субботу, 13 июля. Особое внимание сейчас к контактным. В их число вошли 20 детей и 14 взрослых. У них также уже взяли все необходимые анализы. На сегодня в лагере находится 120 детей. Как мы видим, инцидент никак не отразился на их отдых. Все мероприятия проходят по плану. Ни один из отрядов на карантин не посадили. Говорят, у заболевшего вожатого с медкнижкой было все в порядке. Вот только флюорографию он проходил в январе. На момент работы был здоров. Симптомы появились позже. Здесь уже проверили все вдоль и поперек. У всех есть наличие санитарных книжек, у всех есть анализы. То есть весь работающий персонал полностью весь здоров. Все, что будет сказано, все будет сделано. Я прошу никого не беспокоиться. Вся ситуация под контролем. Причем контролируют сейчас ее сразу несколько ведомств. С проверками в лагерь сегодня приехали следственные органы, прокуратура, Роспотребнадзор, уполномоченный по правам детей и комиссия по летнему отдыху. Мы вот этот нехороший опыт уже направили. Ну, у нас есть, во-первых, чат по летнему отдыху. Мы в чат направили предостережение о том, чтобы еще раз руководители лагерей летнего отдыха отсмотрели документы у всех сотрудников, то есть не только вожатых и воспитателей, но и технических работников и сотрудников, которые на пищеблоках работают. Мы со своей стороны в администрацию города Улан-Удэ напишем предостережение. Между тем, жизнь в самом лагере продолжается в плановом порядке. В целом вообще как в лагере, вам нравится? Да, да, нравится. Есть какие-то вот претензии, о чем хотели, может, да, передать? В принципе, нет. Кровать нет. Вкусно кормят. Да, очень. Работа кружков и секций. Мероприятия. Весело. Мам, привет. Мама, привет! Мама, я в телевизоре. Саржана Мурдагеева, Санджи Шакжин, телекомпания «Оригус».